Ремонт в гостинице «Юность» — это вовсе не ремонт. По официальной версии, там просто устраняют недостатки противопожарной безопасности. Под этим предлогом администрация гостиницы отмахнулась от проверок чиновников мэрии. Городской ГАСК никак не может проверить безопасность здания. Им просто не хватает полномочий. Объект относится к СС-3. В связи с этим по правовым основаниям имеет право проводить проверки только областной ГАСК, в связи с чем мы привлекли их к проверке нашей. Ими проводится тоже проверка. На данном этапе нас не допустили в гостинице «Юность» к проверке. Вот. Ну, а я напомню, что 6 июня на Французском бульваре рухнула часть перекрытий гостиницы «Юность». Эпичность последствий с воздуха запечатлела наша видеокамера. Но, к счастью, там никогда никто не пострадал из рабочих, и что будет дальше, пока неизвестно.